Всем привет, мастерская салон-компания. Я Вячеслав, приветствую вас. У нас лето наступило. Как видите, летняя форма одежды наконец-то. Под конец июня. Да, хочу благодарность прям выразить Аристарху. Ну, в связи с его комментарием. У нас после последнего ролика 146 аж комментариев, по-моему, за такой короткий период, это у нас рекорд. Так что, Аристарх, спасибо. Если вы еще с помощью ваших комментариев прибавится подписчиков, ну, почти 3000 плюсом, чтобы, то есть до 10 000, то у вас будет возможность выиграть бесплатные лотереи. Наш нож, как я говорил, после как наберутся 10 тысяч подписчиков, будет бесплатная лотерея. И у вас будет возможность выиграть наш нож. И тогда может создаться прецедент, которого еще не было даже в других мастерских, не то что ли у нас. То есть, как вы пишете сейчас в комментариях, что вам даже бесплатно наш нож не надо, то есть победитель откажется от выигрыша. Вот это будет прецедент, это будет круто. Так что давайте наращиваем подписчиков и выигрываем. Я буду за вас болеть. Вот. И еще вы там в одном из ответов переписки в комментариях пишете, что сердце ножа – это клинок, и это не наш клинок на наших ножах. А, скажем так, если на рынке нету больше клинков с такой шлифовкой, соответственно, где же мы их берем? А если на рынке можно купить клинки отдельно с такой шлифовкой, то они бы были у всех производителей. Вот и все. Так что здесь я вынужден вас разочаровать. Клинки наши. Клинки мы сами изготавливаем. А кроме этого, мы еще и душу свою вкладываем в нож. Так что сердце и душа у наших изделий наша. А вы при отличном отношении к ножу, ну, я имею в виду уже всех, кто приобретает наши ножи, можете еще и свою душу вложить в нож. И он будет вам служить верой и правдой. Так что приобретаем наши ножи с нашим сердцем, изготовленным нами для ножа, и нашей душой, вложенной нами в нож. И вкладываем свою душу в этот нож, и у вас будет незаменимый инструмент, как на охоте, рыбалке, туризме, походах, везде. Даже на кухне, и то хорошо. Так, ну вот, примерно. Ну, а дальше у нас будут ножи в наличии из премиальных сталей. 4 ножа. Давайте начнем по очереди. Линейку взял. Тороплюсь, надо ехать. Вот. Буду в ножнах показывать. В таких вот ножнах нож. Модель S4, с ним будет еще тюбляк. Нож изготовлен фактически только что из мастерской, ни инициалов, ничего нет. Нож изготавливался на заказ, но получилось ЧП при изготовлении. Ну, брусок оказался, то есть надо было нож с ножными, и при изготовлении ножен вылез брак в дереве, ножны сделать такие не получится для этого ножа, соответственно, мы будем делать новый нож, так как дерево уже к этому ножу не подберешь, и заказчик сказал, что он подождет нового ножа. А этот выставляю тогда на продажу. Модель S4, как я говорил, одна из любимых моих моделей. Ну, идеально. Вот, в любой руке, в большой, маленькой, детской, вообще все идеально сидит. Женской, мужской.
вообще классный нож, короче говоря. Длина клинка 115 мм. Ширина клинка наибольшая 23,4 мм. Толщина клинка 2,5 мм. Толщина режущей кромки 0,2 мм. Так, длина рукояти 112 мм длина рукояти. Такой вот кап клёна рукоять. Ай, стоять. Вырывается кому-то в руки. М390 клинок. Твердость 62 единицы. Так, цена по прайсу 19400. Со скидкой подписчика 17 460 рублей. Стоимость ножа для подписчиков. Это первый нож. Далее, второй нож. Вот, ну-ка, в ножнах сидит. Так, если тот нож еще не полностью готов, еще надо затачивать. Ну, логотип поставить, марку стали, и затачивать, то этот нож полностью готов. Модель С7 с укороченным упором. И такие делаем. Кому-то на самом деле упор мешает в работе. Хотя тоже есть такой небольшой упорчик. Стабилизированная карельская береза. Цвет морская волна. Модель С7. Клинотобуха, шлифовка. Так, 149 мм длина клинка. Ширина клинка 28,5 мм. Ширина клинка. И толщина клинка 3,35 толщина клинка. Длина рукояти 127,8 мм. Мы сейчас немного удлинили рукояти, так как бывало отзывы, что надо было подлиннее рукоять. И мы теперь так по умолчанию маленько удлинили рукоять. Ну, короче, разные делаем. И подлиннее, и покороче, чтобы был выбор. Модель С7. С укороченным упором. Вот так вот покажем. Этот нож готов к отправлению. То есть, если кто-то захочет его приобрести, стоимость также 19400 по прайсу, со скидкой подписчика 17 460 рублей. Значит, сразу после оплаты мы сможем моментально его отправить. Сейчас вот я уезжаю уже в ДЭК, и на почту отправлять посылки. Ну, то есть, завтра утром, если кого-то заинтересует нож, можем отправить. Далее. Такой вот у нас нож. М390 там клинок тоже. М390 от рук клинок и стабилизированная карельская береза. И здесь также М390 клинок. Стабилизированный кап ореха. Такой вот. В частности, со сложной шлифовкой клинок. Таких клинков нет ни у кого. Так что Аристарх, сердце ножа наше.
Наклин 390, твердость 62 единицы, длина клинка 124 миллиметра, ширина клинка 30 миллиметров, где-то 30-31 миллиметр. Так, толщина клинка 3,3 миллиметра. Длина рукояти 132,8 миллиметра. Этот нож также заточен, тоже моментально готов к отправлению, если кто-то кого-то заинтересует этот нож. Стоимость этого ножа по прайсу 24 400, со скидкой подписчика 21 960. Стоимость этого ножа. Так вот он в ножнах выглядит. И далее по металлу, премьера металла. Первый нож у нас с таким металлом. Так вот он в ножнах выглядит. Металл ламинат. Ламинат с никелем и медью. С таким ламинатом мы еще не делали ножи. Это первый нож. Стабилизированный кап клена оранжевый. Так вот смотрится. Так, металла какие здесь? Сердцевина, то есть режущая часть, сердцевина этого ножа. Сталь 80 хром В2. 80 хром В2. 0,9% углерода. Твердость 60 единиц, порядка 60 единиц. Ну, такой резучий, как углеродка, углеродистая сталь резучая. Дальше. Вот еще раз покажем. На обкладках 75 хром 1 сталь, никель и медь. Их всего будет 7 ножей, то есть 7 клинков, но они S11-1 такой вот первый. Остальные других моделей будут ножи. Так, стоимость ножа 19 400, со скидкой подписчика 17 460 рублей. Нож еще тоже не заточен, тоже еще логотип не поставлен. Так что, если кого-то заинтересует этот нож, нужно будет подождать, когда мы его заточим. Ну, то есть, после заточки отправим. Это первый нож из такого металла. Будет вообще 7 ножей вместе с этим, то есть еще 6 будет, но там будут другие модели. S11 это в одном экземпляре будет такой нож. Так, ну все на сегодня. Так что приобретайте нашу продукцию с нашим сердцем, с нашей душой и вкладывайте свою душу, как я уже сказал, и всем будет хорошо. Всем удачи, всем здоровья, мирного неба над головой. Солнышко, яркого лета, хоть сколько им то продлилось бы. Опа. А то, как обычно, лето быстро заканчивается. Вот. Ну и здоровья, всем здоровья еще раз. До новых встреч!